Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам, что же мы купили на блошиных рынках в Калининграде. Как видите, у меня появился фарфор. Я никогда не думала о том, что мне будет нравиться посуда. Вот мы совершили с мужем свои первые покупки. Сейчас я вам немножко расскажу о них. И первое у нас это вот такое волшебное трио из наилегчайшего фарфора, тончайшего. И это у нас Иоганн Зельтман, или Йоган Зельтман, поправьте, если я неправильно могу назвать. Прекрасное состояние, довоенное клеймо, то есть получается этому трио практически 100 лет. Но на каждом предмете я подробно останавливаться не буду, сейчас быстро пробегусь. Здесь у нас гаситель бронзовый, еще один гаситель вот с таким вырезом для того, чтобы снимать воск было удобно со свечи. Два ореха кола, вот эту сургутную печать я вам уже показывала, она была найдена на копе. Я не помню, начало 20 века, год точно не помню, в другом видео я говорила об этом. Вот такие щипцы, это у нас мельхиор, там есть проба. Вот такие изысканные тарелочки, кайсер, клеймо с охотничьим сюжетом, 3 штуки. Я теперь счастливый обладатель тарелки Велерой Бог. Это серия Balmoral. Это, видимо, назвали в честь резиденции королевы в Шотландии. Еще одно блюдо. Это у нас уже Англия. Не смотрите на цену, это розничная цена, так как мы покупали вместе несколько предметов, у нас была цена чуть дешевле. Еще я не показала вот такую веселую курицу. Это бронза, она очень тяжелая. Это пресс-папье. И бесконечный календарь, тоже бронза. Здесь не хватает таких маленьких 2 затычек на месяц и на день. Вот буду придумывать что-то с этим. Если есть какие-то варианты, что сюда можно приспособить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень необычный подсвечник, спичечница, родные спички, то есть удобно его нести, зажечь спичку, если вдруг свеча потухла. Еще вам хочу показать вот такую прелесть. Это маленькая бульонница на подставочке. Это у нас Porcelain Art. Компания немецкая фарфоровая, которая занимается миниатюрами. У них различные серии есть интересные. Они выпускают супницы, чайники. Я о ней услышала вот впервые. Продавец рассказал, что вот такая есть интересная компания. Вот такой прекрасный витраж. Это тоже старая Германия. Не смотрите на цену, достался он нам значительно дешевле. Так, и совсем забыла вам показать вот эту замечательную вещь, потому что муж уже утащил себе ее в кабинет. Это единственная наша покупка из СССР. Это музыкальная шкатулка-сигаретница. Немножко она при проигрывании заедает, но она такая милая, что мы все-таки решили ее купить. Главное, что на барахолках Москвы и Подмосковья я такую вещь интересную не видела. Еще хотела вот эту тарелочку показать, она у меня там лежала, я как-то мимо нее проскочила. Очень интересный охотничий сюжет, такая гравировка классическая. Ее можно использовать как пепельницу, например, для там подачи орешков, ну на что в принципе вашей фантазии хватит. Но что самое примечательное, это будет очень актуально для мужчин, что эта тарелочка подходит для всех стандартных пивных кружек. Ее можно также использовать как крышку на пивную кружку и будет таким отличным подарком
и охотнику, и любителю пенного. Напишите в комментариях, какая покупка вам понравилась больше всего. А также не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписаться на канал. А также подписаться на мой дзен, ссылка в описании.